Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и сегодня делаем абсолютно честный обзор на Kampfpanzer 07RH. Новая средняя машина 8 уровня, премиумная тачка, которая имеет легендарный внешний вид, усеянный свечками. Ну и по моему скромному мнению, вроде все красиво, вроде бы все нормально, но по-моему конкретно вот эта вот деталь, ну крайне-крайне лишняя здесь. С другой стороны, когда играешь, если бы разработчики сделали так, чтобы ею можно было целиться, это была бы такая себе мушка, то по-моему было бы очень даже себе и неплохо. Ну а так, это странная деталь, которая бросается в глаза, но особо машину не приукрашает. Напишите свое мнение по поводу внешнего вида данной тачки и в частности в отношении вот этой вот остроподобной детальки. Что касается самой машины, это потенциальная имба и потенциальная имба ДПМа. Но далеко не в каждых руках. Давайте будем разбирать все в мельчайших подробностях, заценивать машину, выкатим ее из ангара для того, чтобы попробовать, на что она способна. Ну а вы уже будете принимать решение, нужна она вам или нет. Почему я говорю по поводу того, что это потенциальная имба? Потому что здесь просто великолепное время сведения 2,6 с учетом установленного оборудования именно на сведение. Разброс тоже великолепный, меньше чем 0,3. Урон в минуту, я бы сказал, практически заоблачный, один из лучших на уровне, и к этому вопросу мы вернемся чуть позже, целых 2600 единиц. Потому что время перезарядки всего лишь 5,5 секунд, добротное пробитие в 218, тоже, кстати, к этой теме вернемся чуть позже. И средний урон в 240 единиц. Целых 240 единиц альфы за один выстрел базовым снарядом. Почему говорю целых? Потому что, повторюсь, выплевываете вы этих 240 каждые 5,5 секунд. Таким показателем могут похвастаться на уровне далеко не многие машины. Что касается голдовых снарядов, меня порадовало то, что уровень пробития 262. Этого больше чем достаточно, чтобы бодаться с восьмерками тяжами хорошо забронированными. И при этом уровень ваш альфы не настолько существенно падает, как у многих машин. 200 единиц на аккумулятивных. И плюс к тому, ребят, вы имеете угол склонения орудия вниз минус 10. В отношении орудия машина практически идеально сбалансирована. Меня лично все полностью устраивает. Единственное, что меня не устраивает, это слабая живучесть данной машины. Это просто кладезь для тех ребят, которые будут вас отбрасывать. Потому что даже в самой крепкой зоне 180 миллиметров. Дальше у нас уходит на приведенную чуть больше, но потом падает толщина брони в прямой проекции 150 миллиметров, хотя 196 с приведенкой. Короче говоря, пробивать в башню вас будут абсолютно спокойно, потому что в любой момент, когда вы хотя бы чуть-чуть вот так вот башню довернули, вот здесь уже огромная серая зона. То же самое касается верхнего бронелиста, здесь всего лишь 180 единиц с приведенкой, ну а нижний бронелист вообще, по-моему, говорить не о чем. Также меня порадовало в этой машине, помимо качества орудия, качество башни в отношении ее высоты и формы. Здесь действительно очень удобная башня в отношении того, что сверху пробивать вас навряд ли смогут, особенно на каких-нибудь средних и дальних расстояниях выцеливать практически невозможно. Да и плюс к тому, орудие очень высоко расположено по отношению к, грубо говоря, центру башни. Поэтому если вы прям хорошо очень спрятались вот так вот, и у вас видно только орудие, хотя таких мест на картах не так уж и много, то в целом выцелить вас довольно-таки сложновато. Ну а ваш угол склонения орудия вниз позволяет вам вот в такой вот проекции показывать только маленькую часть вашей башни, ну и соответственно после выстрела откатиться на каких-то 5 секунд назад, для того, чтобы можно было перезарядиться, ну и соответственно в башню не отхватить. Да, интересно прозвучало. Ладно, так или иначе, машина интересная. Также интересна она тем, что в основном у нас на танках башня оборудована экранами, которые к ней же и прикреплены. Здесь же башня поднимается вверх-вниз, ну а вот этот вот корпус, точнее кожух, в котором находится сама башня, он остается недвижим. Но когда вы поворачиваете вправо-влево, понятное дело, двигается вместе с башней. Очень интересная идея, мне очень сильно понравилась. Также стоит отметить, что есть такие любители, которые думают, что получится танковать всегда и на всем, если поднимать орудие вверх. Здесь абсолютно диаметрально противоположная ситуация. Как только вы орудие вверх вот так поднимаете, вы просто светитесь серым цветом, и вот сюда вот забрасывают, ну прям на ура. Поэтому вот так вот делать ни в коем случае нельзя. Что касается сравнения данной машины с другими на уровне. Почему я говорил, что это потенциальная имба, и в частности это имба ДПМ? Обратите внимание, если вы играете с досылателем, а калиброванные снаряды в принципе на данной тачке не нужны, потому что пробитие 218, ну, давайте будем, наверное, все скопом обсуждать. Пробитие вместе с ДПМом. Обратите внимание на цифру ДПМа 2630.
Едем полностью по всем машинам 8 уровня без барабанов. Здесь по ДПМу Indian PZ, здесь по ДПМу Centurion MK1. Это те машины, которые преобладают по ДПМу. Есть у нас M26 Pershing и есть у нас T95E2. Больше машин, которые имеют выше ДПМ, на уровне просто нет. А теперь давайте посмотрим на совокупность ДПМа с уровнем пробития. ДПМ, еще раз повторюсь, 2630, уровень пробития 218, то есть два хороших показателя. Едем дальше. Есть машины, у которых есть пробитие выше, но ДПМ ниже. Прокатываемся дальше. Есть машины, у которых хороший ДПМ, но при этом пробитие ниже. И есть только одна машина на уровне, которая преобладает и по тому, и по другому показателю. Это Centurion MK1. Это действительно факт. Но так или иначе, это действительно очень хорошо сбалансированное орудие. Что касается Альфы, да, не заоблачное, но опять-таки, здесь необходимо работать именно от скорострельности. И по скорострельности машине тоже практически нет равных на уровне. 5,5 секунд, и как вы видите, есть буквально несколько машин на уровне, которые преобладают по скорости перезарядки. Что касается скорости полета снаряда, здесь тоже все великолепно. Целых 1000, ребят, 1000 единиц тогда, когда у многих машин меньше. Да, есть там, где повторяется, но я имею в виду, что то, что у вас хороший ДПМ и хороший уровень пробития с хорошим временем перезарядки, не забирают у вас, допустим, в скорости полета снаряда, как это часто бывает. Что касается сведения, тоже один из лучших показателей на уровне. Опять-таки, крайне комфортно играется. Я бы сказал, что это, наверное, практически идеальное время сведения, которое только можно себе представить на 8 уровне. Скорость машины 60 км вперед и 20 км назад. Есть машины с 60 км, но нет машины, которая преобладает по скорости. Да и в принципе с 60 километрами у нас может похвастаться всего две машины. Это у нас ТВП ВТЮ и это у нас АМХ. Ну и в принципе все, ребят. Больше машин на уровне с такой подвижностью нет. Короче говоря, во всем машина действительно классная. Но стоит отметить, что есть огромная ложка дегтя во всей этой бочке меда. Это живучесть этой машины. И поверьте мне, далеко не все игроки смогут с этой машиной совладать в отношении того, чтобы максимально долго продержаться в бою. Я не супер танкист, я не киберспортсмен, я не статист, я не умею играть настолько, чтобы можно было играть даже на драном ведре каком-нибудь и на нем додерживать победы. Но я попытаюсь сейчас по максимуму реализовать данную машину, параллельно показывая, что эта машина представляет собой в действительности руками обычного среднестатистического игрока. Ну что, поехали в катку. Итак, друзья, поехали. В отношении подвижности. С места машина не срывается, но упрямо начинает ехать вперед, набирает свою максималку и в дальнейшем едет очень себе даже подвижно. Вы действительно имеете возможность переброситься на любое направление, куда вам необходимо. Вы можете догнать своих союзников, ну и быть полезным. Что касается угла склонения орудия. Ну вот я сейчас подъехал на горку. Давайте стану как-нибудь вот так вот. Вот так. Ну и вот вам, пожалуйста, угол склонения. То есть даже в такой позиции я бы мог выцеливать тех ребят, которые ниже находятся, чем я. Ни в коем случае на этой машине нельзя ехать вперед самостоятельно. Вам необходима поддержка ваших союзников, и тогда вы можете давать неплохие результаты. Так. Время сведения, как вы видите, довольно-таки классное. То есть ваше движение вперед-назад, оно не собьет существенно ваш прицел. Ну а если даже и собьется этот прицел, то вы все равно сможете быстренько свестись и накидывать урон своим соперникам. Что касается Альфы. Допустим, по сравнению с вот этим вот товарищем, понятное дело, что мы преобладаем в размене. И это очень приятно, очень хорошо. Ну и в принципе у него желания дальше с нами связываться нет абсолютно никакого. А вот у меня есть желание немножечко понаглеть, заехать вперед, ну и, соответственно, помочь моему союзнику, который сейчас выдерживает натиск Цешки. Добираем товарища. Первый фраг на счету. Ну и давайте попытаемся на адреналине, что ли, немножко отработать, потому что уж больно хочется сделать еще один фраг. Не успел. Ну ладно, не успел, да и не успел. Зато удовольствие получаю.
На дальних расстояниях, как вы видите, пушка очень точная, время сведения просто божественное, ты успеваешь свестись гораздо раньше, чем перезаряжается твое орудие, а значит, ты можешь вполне спокойно, не дожидаясь полного, ну, скажем так, не дожидаясь окончания сведения сразу, как только снаряд перезарядился, уже отбрасывать. То есть ты можешь заранее выцелить соперника, выцелить его серую зону. Короче говоря, сделать все необходимое и на момент того, как перезарядка закончилась, просто нажать на заветную клавишу, ну и, соответственно, закинуть урона. Так. Ну круто, ребят, серьезно круто. Если относиться к этой машине с осторожностью, я имею в виду не наглеть с самого начала боя, а немножко выждать и после этого только поехать воевать, то, соответственно, вы можете получать хорошие результаты. Здесь сейчас я допустил глупости, я это признаю, меня пробили, мне от этого неприятно, и понятное дело, что сушка вынесла меня в ангар, потому что там альфы более чем достаточно. Но, ребят, давайте посмотрим на результаты боя. Как я сказал, машина не живучая, и любая стычка с соперниками, как правило, для вас прямая дорога в ваши ангары. Поэтому основная рекомендация, мало того, что держаться по началу боя где-нибудь позади, так еще и помимо того, чтобы держаться рядом со своими союзниками, не лезть в драку против ПТ-х в лоб, либо не лезть в драку против тяжелых танков. Там вам делать практически нечего. 2280 единиц урона. Что касается нашей доходности, то с учетом того, что у меня есть активированный прем-аккаунт, мы вывозим 36 тысяч серебром за этот проигрышный бой. Если бы према не было, было бы 17 тысяч серебром. Но это если округляя. Ну а что касается нашей результативности в команде по количеству нанесенных урона, то это 2280 единиц, как я сказал, которые дарят нам первое место в команде. И поверьте мне, даже в победных боях вы всегда будете в топ-3, если будете играть осторожно. И вот так танк играется практически в каждом бою. Да, бывают какие-то совсем глупые сливы, когда не повезло, но что мне понравилось в этой машине за время того, как я ее катал, так это то, что она мало критуется, но очень легко убивается, а это ее все-таки минус, нежели плюс. Вот такой вот он новый КПЗ-07RH. Мне кажется, что это потенциальная имба в руках умелых танкистов. Ну а вы пишите свое мнение и обязательно напишите, получили ли вы эту машину в момент ее появления в игре. Я побежал снимать специально для вас следующее видео. А вам, друзья, мира и обязательно спокойствия. Пока-пока.